пятницу днем неподалеку от Ореховой сопки попал в ДТП неадекватный водитель, который спешил помириться со своей супругой. Мужчина за рулем собственной Висты ехал в автомобильном потоке в сторону аэропорта. По всей видимости, произошло несовпадение общей скорости движения и темперамента шофера. То ли он так горел желанием поскорее заключить мировую с женой, то ли ему просто надоело ехать со скоростью 60 км в час. Но мужчина пошел ва-банк. Вывернув на встречную полосу, автолюбитель пошел на обгон сразу нескольких попутных машин. Настолько энергично, что машина почти сразу пошла юзом. Врезавшись в заднюю часть Mazda Titan, Vista отлетела на дальнюю обочину боком. Снежные наносы на бровке могли бы плавно погасить скорость неуправляемой машины, но в дело вмешался его величество столб. Получается, врезался, полетел на встречку, и все, остановился, заглох, все, и никаких признаков жизни даже. Да. Вот такие вот у нас на дорогах люди. Но он неадекватный был просто. Ну, пьяный, видим сразу. А из салона он сам выбрался? Он не как бы, он не выходил, он как бы вообще да, просто сидел. Мы меняем состояние. С приездом полиции ситуация не изменилась. Из машины нарушитель выходить не хотел, от теста на опьянение отказывался. Покинул машину шофер только с приездом врачей. Те увезли пациента в больницу с травмой шейного отдела позвоночника. В момент бокового удара водителя выбросило из кресла, и он ударился головой о дальний от себя край ветрового стекла. Историю о семейной ссоре полицейским рассказала супруга автолюбителя, приехавшая на место событий. Размолвка вышла утром, а после обеда мужчина понял, что ссориться было ошибкой. Как и садиться за руль. С места происшествия Сергей Полоектов, Анна Пак и Александр Савчук.